Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 29, из раздела «Повторение». Сравни 40 тонн 7 килограммов и 4000 7 килограммов. Вспомним, что в одной тонне 1000 килограммов. Тогда в 40 тоннах будет 40 умноженное на 1000. Это 40 тысяч килограммов. К 40 тысячам прибавим 7 килограммов. Мы получим 40 тысяч 7 килограммов. 40 тысяч 7 больше, чем 4007. Следовательно, 40 тонн 7 килограммов будет больше 4000 7 килограммов. Сравним 40 центнеров 7 килограммов и 4000 7 килограммов. В одном центнере, вспомним, 100 килограммов. Значит, в 40 центнерах будет 40 умноженное на 100. Это 4000. 4000 килограммов плюс 7 килограммов будет 4007 килограммов. Делаем вывод, что 40 центнеров 7 килограммов и равно 4007 килограммам. Сравним 40 метров 7 сантиметров и 407 сантиметров. В одном метре 100 сантиметров, в 40 метрах 40 умноженное на 100, то есть 4000 сантиметров. Прибавим 7 сантиметров, мы получим 4007 сантиметров. Это больше, чем 407. Значит, 40 метров 7 сантиметров больше 407 сантиметров. Сравним 40 килограммов, 40 километров 7 метров и 40 тысяч 7 метров. В одном километре 1000 метров. В 40 километрах будет 40 тысяч метров. 40 тысяч метров плюс 7 получится 40 тысяч 7 метров. Это равно 40 тысяч 7 метрам. Значит, 40 километров 7 метров равно 40 тысячам 7 метров. Сравним 40 килограммов и 70 граммов с 4070 граммов. В одном килограмме 1000 граммов, в 40 килограммах 40 тысяч. К 40 тысячам прибавим 70, мы получим 40 тысяч 70. Это больше, чем 4070. Значит, 40 килограммов 70 граммов больше, чем 4070 граммов. Сравним 40 метров 70 дециметров и 4070 дециметров. В одном метре 10 дециметров, значит, в 40 метрах будет 40 умноженное на 10, то есть 400 дециметров. 400 плюс 70 получится 470. 470 меньше, чем 4070, значит, 40 метров 70 дециметров – это меньше 4070 дециметров. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.